Всем привет, это я, в руках у меня GoPro, причем со стабилизатором. И что же это значит? Это значит, что Лок возвращается? Нет. Но, по-моему, сущей глупостью было бы, если бы формат влога навсегда выпал из жизни Локомотива. Это абсолютно неправильно. И если проходят прекрасные мероприятия, если много факторов действительно сходится, то почему бы нет? И сегодня эти факторы сошлись. Я люблю костюм Айкона. Илья Леонидович, пожалуйста. Не, я как бы не лично к вам претензий нет, но... Только лого, только победа. А вы занимаетесь? Чем? Боксом? Нет. Много факторов должно было произойти, чтобы вышел следующий влог. Красивые футболисты, красивые костюмы, красивый я. Итак, влог без номера. Поехали! Чем он хорош? Вот если так провести, какие ощущения? Ребята, Vikings хорошую работу сделали. Почему важно вот так выглядеть? Не все это понимают. Почему важно так делать? Да. Важно в том, что так с отличной командой выглядит как... Вот так. Так? Да. С классом? Да. Конечно. Сборная Хорватии. Ты же, когда одеваешь костюмы, главное, это общее ощущение. И здесь очень хорошо все скомпонировано, все очень отлично сидит. И просто приятно находиться в этом костюме. Дима Баринов с нами, один из самых необщительных футболистов. После матча он говорит «не любит», до матча он говорит «не любит», а на таких презентациях ты любишь говорить? Скажи о костюме. Костюм топ, мне очень понравился, когда я его еще примерил. Вверх же я сделал фотографию. Кирасу. Да. Не, ну выложил сторис, конечно, да. Потом меня поругали за это чуть-чуть, что нельзя выкладывать. Не, мне очень нравится, взрослее выглядит. Обычно спортсмены не любят этот костюм. А на самом деле я тоже не люблю, но на какие-то мероприятия, если надо, я одет и приду с солидным человеком. Ты уже будешь знать, что такое, да? И все уже будут знать, кто такой Дима Баринов. Боже, фотографируется вовсю. Немо, расскажи, ты секси-мен, ты наверняка знаешь, что в костюмах. Это хорошие? Костюмы Айкон. Обычный человек, а костюмы очень-очень комфортные. Очень. Вот, теперь вы будете на игры приезжать вот так. Очень красиво, солидно. Я знаю, что там многие говорили, что им типа, ну, некомфортно. Хочется наоборот, чтобы мышцы как-то отдыхали перед матчем. Ну, конечно, но, думаю, для нас не будет проблем. Так вообще очень. И игроки, которые не очень красивые, это костюмы будут красивыми. Больше привыкли в спортивных костюмах ходить, потому что из-за этого может быть непривычно, но сегодня, с моей стороны, я только рад, если могу помочь клубу. И такие мероприятия всегда полезны, чтобы чуть-чуть этот отыгрывающий процесс. Я люблю костюм Айкона. Поэтому это идеальный мужской гардероб, так сказать.
Костя Ставр, тот самый человек, которому костюм не достался. Костя? Черт, я не согласен. Почему? Где мой костюм? Я что, вот в этом нужно ходить? А я? Ну что, что это такое? Вообще не по порядку. Да? Давай мы... Я не буду снимать влог, мы тут даже... Ну, это фигня. Глянь, Леонидович, ну, пожалуйста. Не, я как бы не лично к вам претензий, нет, но... Ах ты, блин, перемылся. Да, но, нет, кого я нашел? Алексей, главный на проекте со стороны Icon. Алексей, почему у вас не такой же костюм, как у наших ребят? Он клетчатый. А, ну потому что он у меня клетчатый. Ага. Начнем с того, что все костюмы, которые мы пошили для футбольного клуба «Локомотив», это был идеальный выбор в том плане, что ткань четырехсезонная. Это 100% шерсть, с включением супер 130. Нить длиной 130 километров. Ткань идеальна для носки и в холодное время, и в теплое время. То есть 4 сезона, по сезону, как угодно. Нить длиной 130 километров. Чем больше вот это показатели супер 130, тем дороже ткань. Соответственно, 130, то, что мы выбрали для «Локомотива», это идеальное сочетание по носкости, минимальная сминаемость и универсальность в плане сезонности. Могу даже на себе продемонстрировать. То есть, казалось бы, на первый взгляд, классический зеленый галстук ручной работы и 100% шелка, но с небольшим секретом в виде вручную вышитого логотипа футбольного клуба «Локомотив». Таких галстуков всего 50 в этом мире. Соответственно, enjoy, enjoy the silence, как сказала бы группа Depeche. Да. Any questions? В итоге вы видели, ребята выглядят просто с иголочки. Я думаю, что и для фанатов футбольного клуба «Локомотив» это будет сюрпризом, потому что все привыкли видеть их в спортивных костюмах. Вы сейчас привыкайте. Настоящий джентльмен и футбольный клуб «Локомотив» Icon Suit вместе. Только Локо, только победа. А вы занимаетесь? Чем? Бокс? Нет. Вот и подошел к концу наш выпуск, потому что подошло к концу мероприятие. Главным итогом мероприятия стало то, что теперь наши футболисты и тренерский штаб на матчи будут приезжать в элегантных костюмах Айка. Ну, разумеется, как еще, это мировой уровень, ведь первому месту нужно соответствовать.